Салют, друзья, мы продолжаем Black Ops 2. Бейте Чайковский, бейте кофе, вкусняшки, напитки покрепче, присаживайтесь поудобнее. Я желаю всем приятного просмотра. Ты чего так долго? Значит, босс вернулся. А теперь давай за этой мразью Менендеса. Он винит твоего отца в гибели своей сестры. А еще он винит Вудса. А теперь ему нужен ты. Чувак. По-моему, Менендесу скоро конец. Что-то мне такое мерещится. Из детства, про ночь, когда отец умер. С чего вдруг? Да ну нахрен! Надо было посильнее тебе врезать! Бутс дал нам все кусочки мозаики. Осталось только их сложить. Менендес был в Никарагуа. Это мы узнали от Кравченко. Там щербатый Мануэль Нарьега предложил его нам на блюдечке с голубой каемочкой. Одно из преимуществ президента Панамы – возможность использовать армию для своих личных целей. И бесконечно мудрое руководство ЦРУ согласилось на сделку. Белый дом выписал Нарьеге чек на $1 000 000, и все разошлись довольные. А нас отправили в джунгли. Случившееся в Никарагуа было не запланировано. Мы гражданских не трогаем. Все совпадает. Это Рауль Менендес. Я же сказал, он будет здесь. Ваши люди готовы выдвигаться? По первому слову. Давайте. Выдвигайтесь. Не будем херней маяться, парни. Поджарим этого мудака. У нас не такой приказ, Вудс. Его надо брать живым. Просил меня не беспокоить! Какого черта? Тронешь мою сестру, и ты покойник! Жозефина! Отличное начало в стиле Black Ops. Despierta! He dicho despierta! Se lo quito, en silencio. Sí, no somos cuatro para restringirlo. Нас никто не видел. Одни предатели вокруг. Я спас тебе жизнь. Ты чуть не попал в лапы американцев. Назовем это одолжением. Ты на что вообще надеялся, мудак? Что Рауль тебе спасибо скажет или что? Жозефина!
Охренеть. Что вообще происходит-то? Охренеть, как это круто. Охренеть, это классно. Оружие с бесконечными патронами. Топор. О, да, давай, детка. Офигеть, черт возьми. Очень круто. Просто рейдж режим такой. Рауль просто отморожен. Этот фарш, о. Нэндеса Жозефина погибла при взрыве? А кто гранату бросил? Я не знал, что она там была, Дэвид. Я увидел Менендеса, и у меня башню сорвало. Фрэнк, у тебя никогда не срывает башню. Что Менендес с тобой делал в Анголе? Менендес. Он хотел знать, что ЦРУ про него известно. Пытал моих ребят у меня на глазах. Думал, я сломаюсь. Я наблюдал, как гибнут мои парни один за одним. А потом он швырнул нас в эту консервную банку и запер на несколько недель. Так что да,
Как только я увидел Менендеса, у меня сорвало башню! А ты бы как поступил? Кто эта девушка? Неважно, она не наша цель. Шлюха, наверное. Люди на Риге приближаются. Пошли. Круто. Давно пора нахрен. Впереди перестрелка! Значит, мы уже бежим люди к ней? Люди на Риге прорываются через реку. Не хочу я сражаться вместе с этими козлами. Поверь, Вулс, парни из картеля крутые. Еще спасибо им скажешь. Пулемет в окне! Здание справа! Уже так не побегаешь. Спасибо им скажешь. Пулемет в окне! Здание справа! На крыше солдаты! За мной! Я за тобой, брат! Двигаемся потихоньку. Нормально так прилетело с пулемета. В
Что за плюшка у нас тут? Коктейли молота замечательно. Враг приближается! И стал бы я ним пользоваться, вдруг там еще гражданские. Готовы, идем! Лучше дымовую кину. Да, можно. Почему бы и нет? Гранату не успел отбросить. Жестко действует. Еще один пулемет! Сосредоточиться! Снял, как мог. Как добрые старые времена, да, Мейсон? А по-моему, они вообще не заканчиваются, эти времена, никогда. Давай, Бог! Я хочу, ублюдки! Выцеливай!
начинаем! Неожиданно среди трупов спрятался. Их поменьше в этот раз. Стоп. Нет, не может быть. Что? Чертов Нарьего! Его люди должны были взять Менендеса. Твою мать, Менендес, ты покойник! Вот! Фрэнк! А ну живо соберись! Ты не знаешь, что этот урод сделал со мной, Анголи! Не стоит. Мы же на задании. Он вот сокроет. Он идет к дому. Мы его возьмем. Возьмем вместе. Ну же. Главное здание, прямо! Прорывайтесь вверх по лестнице! Захватить двор! Идем уже, твою мать! Снайперы на крыше! Это так не работает, определенно. Прорывайтесь вверх по лестнице! Захватить двор! Идем уже, твою мать! Снайперы на крыше!
на колокольне увидел. Прорывайтесь вверх по лестнице! Захватить двор! Идем уже, твою мать! Снайперы на крыше! Да на балконе офигенная новость. Не торопитесь, что тут? Умрете все. Это был последний. Точно? Ты откуда знаешь? Мейсон, коксовая лаборатория в подвале. Нужно зачистить там все. Ищу любую информацию о картеле Менендеса. Поймайте козла, тащите ко мне. У меня заговорит. У тебя приказ, сержант. Не спускай глаз с Вудса. Снова увидев Менендеса, он сорвется. Не волнуйся, Хатсон, я его прикрываю. Давай побыстрее. Не хочу упустить главный трофей. Готов, Мейсон? Empaquen! Да, сейчас, одну секунду. Escuchamos disparos. ¿Qué pasa? Hay extranjeros en toda la villa. Necesitan cargar los camiones. Podemos portar todo. Lo que no podamos llevar, lo quemaremos. Это мы хорошо зашли. ¡Y muévase! ¡Rápido! Потому что не думаю, что нам Барретт со снайперским прицелом нужен. Давайте спас 12. Спас 12 машина смерти.
пьяные наркоманы. Хатсон, выцелил этого ублюдка. Он в доме. Мы идем к нему. Выдвигаюсь. Не надо, Вудс. Мы контролируем ситуацию. Вудс! Вудс! Да ничего мы не контролируем, когда у нас Вудс в команде. Как он до сих пор был живой, я даже не знаю. Да, Вудса переклинило. Просто всю судьбу дальнейшую одним движением, всю жизнь свою и напарников. В этот миг они стали заклятыми врагами Менендеса. Фрэнк, все в порядке. Выведите его. Что случилось, Хатсон? Где Менендес? Вот он, в мешке. Ага, сейчас. До этого момента здесь ничего не было. Всегда проверяй, что объект мертв. Вернулся. Ты злой к чёрт. Мы его не убить. Его вновь передели. Так чему ты достиг? Будешь страдать, как я. Надоело мне болтать. Иди ищи этого маньяка. Ну что же, погнали дальше. Известно только имя Де Фалко. Наш агент снял это в лагере рядом с Сокотрой в Йемене. Фарид. Спасибо, адмирал. Де Фалко, правая рука Менендеса. Понятие с этим знаком. Мы приняли. Дрон разведка обнаружил два дня назад в знакоме в подстане. Мы только на прошлые потеряли связь с драмачесами. Погодите, на которого мы взяли в Мьянбил, что Менендес использует телеродки Киржумка, а карматализутных. Знаю то, с этим Де Фалко можно гопоразвечься. Много. Может, вы им пора? Разомнел немного клой. Еще бы. Идем, будешь страдать, как я. Что ты сейчас сказал? Про страдания. Что-то мне такое мерещится. В ночь гибели отца меня похитили и опоили. Я до сих пор ничего не помнил. Это был Менендес. Так это он убил отца? После смерти отца меня воспитывал Вудс, но он всегда говорил, отца убил какой-то псих. Какой-то бродяга. О, Господи. Будешь страдать, как я. За грехи всех, кто был до тебя. Почему Вудс мне не сказал? Вудс. Хатсон. Это их рук дело. За Жозефину. Сегодня твой отец умрет! Нас окружают МВР! Ну уже, эта штуковина нужна нам на ходу! Я пытаюсь! Может, управление заклинило? Враг близко! Вот так! Готово! О, починилось! Отлично. Начинай подмечать цели. Посмотрим, на что способен этот гад. Еще обойти МВР. Пусть плавает. Держитесь позади.
Разберемся бандами. Войска МВР занимают позиции по всей улице. Сектор, на крышу. Используй любое укрытие. Осторожней, сектор. Укрытие. Я уже забыл, что эта игра такая крутая и эпичная. И умер. Еще бойцы МВР идут к нам! Это, блин, что еще за шум? Ого. Давай быстрее сюда, надо уходить с улицы! Бегу как могу, бегу! Давай! Нажали, сильнее! Раз, два, три! Давай! Пронесло, да? Хорошо, хоть яйца на месте. Еле-еле. А у тебя? Пошли. На месте. Перепроверить хочешь? Антем прямо по курсу, идем. Просто полная жопа. Здесь явно никто не был готов к наводнению. Похоже, им пришлось самим о себе позаботиться. Плохо дело. Все как всегда. Плохо. И везде. Утрон ведет рассвет. Твою мать! Сукин сын! Если он нас увидит, нам хана! Эти дроны тут вместо батальонов смерти стреляют мародёры! Разворачивайся! О, я за тобой слежу! Ладно, вперёд!
Если он нас увидит, нам хана! Эти гроби вместо батальонов смерти истребляют мародеров. Разворачивайся! О, я за тобой слежу! Ладно, вперед! Осторожнее! Держись в тени! Вперед! Беги, пока он тебя не засек! А теперь ты нас не увидишь. Вообще это проще, чем казалось. Вроде бы. Давай, погнали, короче. Погоди, у входа в канализацию солдаты МВР. Идем. Канализация идет прямо под Антемом. И правда грязная работенка. Сектор, мы на позиции у сортировочной станции. Вижу много противников. Наблюдайте, держите меня в курсе. Ты слышишь? Амфаке кабарни. Они говорят о новом софте. В сортировочной станции. Нам пора уходить. Салазар, МВР получила партию новых софтов рядом с вашей позицией. Ясно. Ох, играем в черепашек-ниндзя. Я свяжусь с Бриксом. Адмирал, мы на позиции. Отлично, командир. Сейчас передам вам карты Антема. Наиболее выгодная позиция для вас вот здесь. Тут отличный обзор тара. Будут пути. Кроме него ничего нет, если уничтожить одну из них, вы сами по себе. Ни в коем случае пойти патрулить. Если этот пылесос забежать будет тесно. Я буду только к нему. С позиции на крыше мы можем быстрее найти Менендеса. Закрепить тросы. Впереди враг! Кажется, мы на верном пути. Пошли. Твой тот, что справа. Я за тобой. Врагов тут, конечно, до жопы. Так, сектор! Сканер готов! Подозреваемых у нас масса! Мы знаем, он где-то здесь! Ищем, пока не найдем его!
करता है लेकिन सरकार दिखावा देती है कि उसको कुछ मालूम नहीं лично всем плевать это он. Как мучается простой народ как и американцам да и китайцам वो फिक्र करते हैं लेकिन खुद के फायदे के लिए और कुछ नहीं поверь друг мой твоё содействие поможет положить конец преступной без Они уходят из зоны. Сигнал теряется. Ну же! Надо найти позицию получше. Не попадайте под прожектор. Табакардия Джиноби шехер пи. Лучше спрятаться. Они говорят о сбитом дроне. Эй, кэй, оси лахи ми. Эмилат ко худж, рата хэ. Кя он ко малум хэ, ке апке танзео ке саат мулакат хуи? Конечно, американцы постоянно следят за мной. Un koan kisus ke sake patahe. Черт, опять слишком далеко. Идем. Менендес. Похоже, с кем-то встречается. Де Фалко. После сегодняшнего соглашения все уже приготовлено. О месте следующей встречи уже договорились? Разумеется, вы встретитесь с ним в Пешаваре на севере Пакистана. По тому дрону должны быть предоставлены до начала переговоров. Я займусь этим лично. Храни тебя карма, де Фалко. Эти дроны меня уже достали. Пора идти. Меня тоже. Или Менендеса недалеко от тебя. Ты его видишь? Вот он. Входит на станцию с южной стороны. Транспорт для эвакуации подготовил? Пока нет. Тут слишком жарко. Займись этим. Четко сработано. Станция там! Ну же! Он
पुरानी मॉडलों के बहुत अलग है। सेंट्रल कंप्यूटर निकालना आसान काम नहीं। इंसाफ का हुदूदून इस मैकेनिज्म के साथ खराब रहेगा। Подобные вещи не проблема. Встреча 17 июня устранит все оставшиеся препятствия на пути к успеху. Черт. Ни черта не слышно. Поезд мешает. Идем. В свое время у ЦРУ были такие камеры допроса по всему миру. И каждая напичкана всякой психологической хренью. Только Бог знает, что за хрень в них творили. Похоже, снова промокнем. Ох ты ж. Должны быть прямо над нами. Ладно, попробуем еще раз. Конечно, я не только в курсе проникновения. Я сам его подстроил. Ах, сука! Он знает о нас, сектор! Берегись, граната! Ну, пошло добро. Машины для эвакуации. Салазар, ты где? Осталось 30 секунд. Катаемся. Адмирал, мы захватили вражеские СОКТЭ. Бросим удар с воздуха и эвакуацию. Ответ отрицательный, командир. К вам направится весь сраный состав сил самообороны. Так, через город можно уйти несколькими путями. Пользуйтесь, очистить СОКТЭ. А едутся, да? Построили хорошим расположением духа. Круто.
Будь сектор! Хорошо! До цели пути! Покатили. Это очень круто. Очень нравится. Классно. Нравится. Я не хочу дрон, я хочу на машинке. Отличный выстрел! Пусть дроны сами собой там. Все рухнет! Налево, на магистраль! Все ваше! Они совсем рядом! Вот так! Меняй направление! Сейчас мы померли уже, да? Согласен. Надо действовать! Какого хера? Что-то мне подсказывает, что это непростой сорта! Сейчас все рухнет! Налево! Я стараюсь, стараюсь! Поехали. Дальше пешком. Ты как там, живой вообще, нет? Вот и точка эвакуации. Наконец-то! Блин, теперь-то что? Бурум-бурум! Ты на лесу! Спокойно. Американские войска, мне место в Пакистане. Тяньчжао. Он воевал вместе с моим отцом в Афганистане. Мы против Китая ничего не имеем, генерал Джао. В Пакистане нас интересует лишь Рауль Менендес. Значит, у нас общие интересы. Но учти, американец, если истинная причина Рауль Менендес, мне незачем тебя убивать. Но продолжение в самом скором времени. Всем спасибо. Всех обнял. До новых встреч.